хотя бы пришли с папой к дантисту. Да. Чтоб лечить мне зубы. Дима, все зубы выпали. Ребята, да, и мы сегодня в Роблоксе пришли к доктору, смотрите. Вот, доктор, у нас у Димки выпали зубы. Где зубы? Нету зубов. Да, бабушка выпердила. Ребята, зубы выпали. Что делать, доктор, что нам делать? Подскажи, пожалуйста. Я не знаю, чего вам делать, мы здесь зубы не лечим, они у вас сами вырастут. Как сами вырастут? Доктор, как сами вырастут? Не может быть! Ребята, позовите мне другого доктора, где другой доктор? Вау! Что здесь такое? Как так? Это доктор? Я не понимаю. Это пациент, ребята, смотрите, какие зубы они здесь вставляют. Дима, хочешь такие зубы? Будет такие зубы. Ладно. Так, где мы вообще? Вот мы. Друзья, погнали. Что такое на полу? Я не знаю, какие-то провода, что ли, или что это такое идет. Красиво все, чистенько. Вау! Вау! Я только похвалил, что здесь все красиво, чистенько, Димка. Красиво, чистенько, а не красиво и чистенько. Шкафы все валяются. Смотрите, документы, все валяется. Дверь. Какая-то дверь, оттуда течет вода, зубные щетки. Обязательно, ребята, нужно чистить зубы перед сном и утром тоже. А мы не чистим. А то зубы выпадут. Да, Димка не чистил, у него что зубы выпали. Шутка, конечно же, шутка, друзья. Так, погнали. Вау. По каким-то, это что, протезы, да? Зубные протезы, Дим. Да, бабушки, дедушки в стаканах еще держат такие протезы. И у дедушки да. Да, зубные щетки. Зубные щетки. Разноцветные. Ребята, у кого какой любимый цвет? Пишите в комментариях. У Насти красный. У Насти красный, у Димы синий, а у меня любимый цвет зеленый. Друзья, какой ваш любимый цвет? Не знаю, мне нравится. О! А так это не просто... Ух ты! Смотрите, видели там, что происходит? Там лечат зубы! У него черные глаза, и у него светлые глаза. Представляете, друзья, видели? У нас есть 5 вариантов. Супер, или в ту, или в ту. В какую идем? Я садился. Сюда. Да. А здесь что? Ничего, а здесь ничего. Друзья, правильно сразу же угадали, дверь есть. Здесь тоже водичка, да? Нет, Дим, сразу. Ой-ой-ой. Отлично. Потихонечку. Что дальше? Здравствуйте. Нет. Я подозреваю, что нам вентиляцию. Эй! Не подозреваю. А вдруг тут вот дверь? Вот в эту дверь? Нет! Друзья, ну нет, должно быть вентиляцию. Стульчики зачем-то стоят. О! Есть! Классно! У нас получилось. Отличненько, сохранение. О, Дим, какую щетку выбираем? А я могу просто жить. Мы можем просто жить. Давай. Папа, а поверни стекло, это экран, посмотри на них, сзади бы экрана, посмотри на них, сзади бы экрана. Как задним экраном? Вот, это... вот так вот? Нет, вот так вот, вниз, смотри, вниз. Нет, вниз, вниз. Что делать? На, посмотри. Что-то Димка знает. Пожульничать говорит. Как пожульничать? Значит, правильная желтая. Они просвечивают, я даже не знал. Ничего себе, вот профессионал. Ребята, вот такой вот лайфхак. Кто не знал, что так можно смотреть, то берите на заметку, смотрите. Получается вот так, видите? Опа, красная, видите? Неправильно, неправильно. Красная просвечивает, красная нет, синяя. Правильно.
Нет, синяя тоже исчезла. А желтая? Значит, тоже желтая у нас. Правильно, Димка, ты красавчик. Ничего себе, я это не знал. Закрыто. Туда. Сюда. Ой, а что там дальше? Что? Не знаю. О! А, мы в кабинете оказались. Нет, я не хочу больше выпустить. Так, и что нам куда? Эй, выпустите нас! Ладно, ребята, теперь нам нужно что-то найти. Нам ничего больше делать. О, ключ! О! Ключ есть! Ключ. Ребята, мы нашли ключ. Здравствуйте. Нам не придется здесь оставаться в этой больнице. Ой, так, это что там нужно? Просто обходить, да, их? Да. Ключ уберем. Надо просто проходить. Дверь. Это здесь пытание подвернуть. Вот так вот, друзья, это... Это как в Макдональдсе, помните? Дверь-обманка, да. Я играл в Макдональдс, там такая же была дверь-обманка. А потому что помню, потому что мы когда смотрели. Да, так, куда мы? Сейчас где-то появимся. Не страшно. Вау, пол провалился. Пол провалился, там что-то белая, розовая вода, что ли, еще какая-то, я не знаю. А кто не знает, что цветочки растут, это что тут? Небо. Я знаю, что у нас есть оба микрофона. Да. Настя купили дверь. Микрофон, Настя купили караоке микрофон. Такой сразу с квадратиком такой. Колонка. Вот. Настюшка очень любит в него петь. Так, куда нам, Димка, отправляться? Вот сюда, аккуратно только перепрыгивай. Оу, классно. Так. И что здесь такое, ну-ка? О, пол! Я на самом краешке стоял, он исчезает, видать, он на время включается только. А да, это... Побежали бегом, ребята, прыжками. А может, даже не торопить, будет дождь. Прыжками, все. Есть! В ту дверь. Давай, все. Тут где? Вот в этом. Да. Ой! Ха-ха-ха, ребята, я там вижу! Росик! Ай-яй-яй, это кто такой? Пациент с желтыми зубами, с гнилыми! Фу, друзья! Вот что будет с вашими зубами, если не будете чистить зубы. Так что обязательно чистите зубы. Лучше чистить зубы, а кривые зубы вам не надо. Погнали! Фу! Я не могу ничего не сказать. Почему? Смотрите, какие желтые зубы, друзья. Мы внутри у этого человечка. Я не понимаю ничего. Дима даже не понимает ничего, где мы находимся вообще. Да, это мы тут 100 раз в минуту были. Смотри. Он ел гамбургеры. Гамбургер. Это что? Это сосиска в тесте. Это хот-дог. А хот-дог, ну сосиску в тесте Дима любит. Да, Димка любит у нас хот-дог, сосиску в тесте, да, но много нельзя кушать, вредно. Смотри, какие-то палочки. О, потихоньку, камера сверху, так удобнее, друзья. Есть. Аккуратно. Есть, прошли. Егой! Вау! Кишки? Это кости! Это позвоночник, ребята! Мы лезем куда-то по позвоночнику внутри этого чувака. Чувака. Да я не знаю, что такое. Это мы где? А ты видишь, что там какая-то черная колбаса? Что за колбаса? Черная колбаса. Черная колбаса. Это же какашки! Да 100%, да! Ребята, мы опять здесь. Это вы приколы выйти. Так. Вау! Блин, да как пройти-то? Это потому что кто-то поставил опять лайк. Да, друзья, поставьте, пожалуйста, лайкосик. Лайкосик и подписывайтесь на канал, если любите Roblox. Так, о, Димка, у меня есть идея. Смотри. Это давлюсь. Ребята, у меня есть вот такая маленькая хитрая идея. Получится? Нет! Держись! На последний, Дим! Ребята, вот так вот можно пройти. Кстати, да, еще один лайфхак, что не обязательно вот так вот лететь, а можно вот так прыжками. Потихонечку их вот так вот обскакивать.
подобные, как сказать, испытания. Кто любит, например, руки вот так? Задание. Есть! О! Класс, давай пять. Мы прошли. Ребят, вам первое задание. Поставить лайк, подписаться на канал. И третье, поставить колокольчик. И колокольчик не забудь поставить, да, конечно же. Вау, ребята, мы прошли! Классно! Егой. Классно! Есть! И смотри, папа. Смотри, знаешь, что папа, здесь? Папа. Побег из школы? А это мы уже проходили, друзья! Это что? Это побег из магазина мороженого! Класс! Оу! Я сейчас повеселюсь. Давай, Димка, повеселись! Я как галалайка! Классно! Это наша трасса, да, которую мы проходили. Отличненько. Пойдем наверх, пойдем на дома. На дома, наверх. Залезем сейчас на дом. Или на дерево куда-нибудь, чтобы было нас хорошо видно. Давай, Димка, на дом спрыгивай. Ехо! Классно, вау! Класс, супер! Ну что ж, друзья, вот такие вот дела. Нам удалось сбежать от стоматолога, да, нам этот врач не понравился, очень. Он даже глаза у него плохие, он даже ему бороду отпустил. Да, мы боимся, что нам он ставит не зубы, а клыки, вот такие здоровенные. Я боюсь. Мы пойдем лучше к нормальному врачу, правда, Димка? Нормальный врач хороший. Да, к хорошему врачу пойдем. Ребята, а кому сегодня понравилось вместе с нами играть, не забывайте. Ставить лайки. И? Подписываться на наш канал и ставить колокольчик, чтобы не пропустить какую-то. Вот так вот, друзья. Подписываться на наш канал не забывайте. Ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а сегодня всем... Пока-пока! До новых встреч, ребята! Пока! Димка! Пока, друзья! Пока! Пока! Всё, Дим.